Доброе утро, дорогие друзья! Я начал делать дверь. Вот из фанерки вырезал такую. Подогнал ее вот сюда. И сейчас ее обклею тем же самым борщевиком. Теперь мы знаем, как это называется. Ну и, пожалуй, дверца будет готова. Сейчас сделаю и покажу. Тут, в общем-то, хитрого ничего нет. То же самое. Берет пистолетик и клеим. Вот первая доска. Ну и тут у меня их полно. Можно, конечно, сразу обрезать, можно чуть приклеить, а потом обрезать. Но я, наверное, так сделаю. Сначала вот все состыкую, а потом сверху так ножницами. И это. Вот в итоге я получил вот такую дверцу, которая чуденько сюда подходит. Ну, во всяком случае, подгоним, если что. Так. Так. Немножко тут обрезать еще надо. Для этого у нас есть ножики. То есть оформление двери я надеюсь сделать с помощью полимерной глины. Сегодня она должна прийти, печка уже стоит. Так что будем снова заниматься. Ну и вообще мне много чего надо. Мне надо оформление, мне надо цветочки и так далее. То есть я думаю, что... Ну вот, ребят, вот такая дверь получилась. Видите, я собрал такой, да? Потом я взял маленькие сучки и вокруг еще обнес. Ну, а тут поставил здоровый сук. Сейчас я возьму еще мох. И тут кое-где мухом обойду. Ну, вот на этом все. Ну вот, дорогие друзья, почти готовый домик. То есть я прилепил с разных сторон тут еще сучки. Мохом обработал. И в итоге вот получился вот такой домик. Почему говорю почти? Потому что вот здесь я хочу сделать металлические засовы. Вернее, накладные такие петли большие. Ну и потом, наверное, будет все. С металла я, конечно, ничего делать не буду. Это понятно. Ну, тут как раз кое-что пришло. Ах вы собаки. Ах вы собаки. Они вместо черной мне прислали фиолетовые козлы, блядь. Ну ладно, придется. С фиолетом или назад, а целое тоже не хочется. Так. Так, что здесь? Так, это молдинги на всякие листочки. Это хорошо, это нам пригодится. Так, ну слава богу, здесь хотя бы черное есть.
Я думаю, у нас будет черная. Фима Professional, да, вот черная. Опять розовых. Ненавижу розовый цвет. И клей. Ну что ж, в принципе, все, что надо, у нас есть. Сейчас мы с вами это и сделаем. Ну что ж, дорогие друзья, наш домик уже готов. Тут я вам петли сделал. На все стороны у нас получились почти что разные. Дерево приспособило рядышком. Ну, чтобы как бы интереснее было. Ну, сейчас пойду сфотографирую его и поставлю пока в уголок. Дело в том, что я жду, когда в лесу зазеленеет все, чтобы там можно было действительно в очень красивых местах, где пенечки, туда более органично он там будет списываться, и я там буду фотографировать все свои изделия. А, значит, что это борщевик, который в качестве досочек я использовал. Это точно. Вот смотрите, я нашел. Я понял так, что они их уничтожают. Потому что все эти поля, ихние, да, они сломанные. То есть вот так, завалены все. И только где-то единицы выживают, или после они этого, и их можно использовать. Но, естественно, варить их не нужно. Я потом понял, что если отрезать такие ровные трубочки, да, ставить на попа и вот так прямо резать, то получается то же самое, только не надо варить. Вот. Так что советую вам. Ну и следующее, я думаю, что может быть какие-то атрибуты сюда сделать, типа колодца может быть сделать, или качельки, или я не знаю, я еще подумаю. У меня много всяких идей, я хочу впоследствии сделать еще и водяную мельницу такую тоже, подумать надо, как сделать.
То есть я буду продолжать. И если вам еще не надоело, то следуйте за мной, смотрите, если кто-то хочет, учитесь. Всего вам доброго, дорогие друзья. На этом я пока прощаюсь.